Рассмотрим несколько вариантов, как можно добраться до печени противника. Чаще всего человек находится в закрытой стойке, локоть прикрывает. Нанести удар нам туда будет тяжело. Мы уже рассматривали. Первый, самый простой вариант. Делаем зацеп рукой и на долю секунды, пока он открыт, втыкаем. То же самое в варианте, если двумя руками. Здесь зацепили, этой нанесли удар. Либо, если мы заходим в клинч, зацепил, приоткрыл, нанес удар. Он вот так закрыт, локоть чуть выдвинут, добраться мы не можем. Наносим короткий боковой по внутренней стороне локтя. И пока он на долю секунды открыт, апперкот в печень. Еще одним интересным вариантом для того, чтобы добраться и поднять локоть, будет удар в кулак. То есть мы нанесли удар, пока рука вскинулась, мы доработали в печень. Неважно, одной либо другой рукой. Это должна быть цельная комбинация. Не раз-два, а должно быть и раз. Потому что противник, скорее всего, надолго открывать печень не будет. Поэтому наша задача как можно быстрее туда попасть.